До студії нового дня завітала Валентина Кривцова, куратор проєкту «Єдина родина», методист Миколаївського обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Вітаємо вас! Хотілося б повідомити нашим телеглядачам про проєкт «Єдина родина», в чому його основна суть і що ви можете запропонувати до перегляду миколаївців. Ну, проект «Єдина родина», он был создан ровно 10 лет назад, в 2007 году, и поэтому выставка, которая вчера была открыта, это было не просто вот такой семейный праздник Николаевщины, а большая творческая семья нашей области отметила свое десятилетие. Что хочется сказать? Вчера мы, можно сказать, вспомнили, как это начиналось, вспомнили, какие же у нас теперь уже есть результаты на сегодняшний день за 10 лет. И вы знаете, очень было приятно, что все семьи, которые вот прошли через этот проект, вчера встретились, они и соскучились, они, может быть, все это время и поддерживали, дружили. Вот. И на сегодняшний день мы можем сказать, что за десятилетний вот этот цикл как работы этого проекта «Єдина родина» областным центром народного творчества было уделено внимание больше 100 семьям, это 120 семей, это больше 1500 работ в самых разных направлениях, и живопись, и графика, и валяние, и резьба, и бисероплетение. В общем, все традиционные современные виды творчества, которые только есть, вот работают у нас в области, чем увлекаются творческие семьи, просто мастера, все это было охвачено за 10 лет от реализации этого проекта. Вы казалось, что згадали вчера, как все починалося. Поделитесь с нами, как распочинався ваш проект. Ну, конечно же, первое, с чего мы начали, это, конечно же, представили фоторяд, где мы увидели начало этого проекта и к чему мы пришли сегодня. И было интересно то, что именно в этом проекте, ну, мне кажется, самым интересным было и родителям, и детям увидеть себя 10 лет назад, потому что именно на этом проекте молодое поколение, оно выросло. То есть вот им было по 6 лет, вот маленькие такие, совсем маленькие, а сегодня они стоят красивые подростки, которые уже учатся в колледже, и очень приятно, что очень многие пошли именно по направлению, по декоративно-прикладному искусству. Вот, то есть не зря проделанная работа. И, конечно же, немаловажно, что наш проект совпал с таким прекрасным праздником, как День области. Ми маємо невеличке відео, яке хочемо запропонувати до перегляду нашим телеглядачам, для того, щоб вони також могли переглянути і насолодитися абсолютно усіма роботами вашої виставки, вашого проєкту. Переглянули роботи, переглянули дійсно на протязі багатьох років, скільки було зібрано родин, їх робіт. Як підбирали родини до участі проєкту? Вони самі приколи казали, хочемо взяти участь, чи, можливо, відшуковували десь у наших куточках Миколаївщини і казали, все, працюємо сьогодні з вами. Изначально проект был создан в 2007 году чисто для городских семей, те, которые были мастерами областного творческого объединения «Прибужья». И никто даже не подозревал, что обычная семейная выставка городская перерастет вот в такой проект. На сегодняшний день, так как я являюсь методистом областного центра народного творчества, конечно же, ведется большая работа с районами. И вот эти командировки, выезды, оказание методической, практической помощи
помощи мастерам. Именно там мы находим новых мастеров, а когда уже, понимаете, это как вот ниточкой начинаешь уже все это вникать в жизнь этого мастера, то получается, что там целые династии, целые семьи, которые занимаются творчеством, причем не одним направлением, а каждый член семьи может заниматься совершенно разными направлениями в творчестве. Именно так мы и находим семьи. Також, я думаю, варто розказати нашим телеглядачам про ваші роботи, вашої виставки. Я розумію, що кожна робота – це щось дивовижне, це щось індивідуальне, але є ж такі роботи, які дійсно змусили навіть вас здивуватися протягом цих 10 років, і ви дивитесь і думаєте, так, ось такого я не очікувала. Вы знаете, каждый раз мы такое не ожидаем, потому что я хочу обратить внимание, что мы работаем не с профессионалами, а с аматорами. То есть это люди самых разных профессий, от официантов до врачей. И, конечно же, когда мы начинаем работать, и вот благодаря вам даже показывать, в студию приглашать, казалось бы, самых обычных людей, то даже люди, которые живут с ними по соседству, они совершенно под другим ракурсом открывают этого человека. То есть, ну вот ходит там, да, почтальон, ну вот ходит военнослужащий, а оказывается он, посмотрите, какой талантливый, какой многогранный. Мои золотые руки. Да, и вот знаете, работы все уникальны, потому что когда человек, вот буквально на выставке, которую вчера мы открывали, а это больше 300 работ, от больших живописных полотен до миниатюр, вот, и вы знаете, когда приходит совершенно юное создание и говорит, посмотрите, пожалуйста, мои работы, вот я начала писать картины. Пусть это только 3 картины, но они такого уровня, что действительно заставляют восхищаться. Это и вышитые панно, это и валяные гобелены. Это те люди, которые очень многие, может быть, в жизни какой-то стресс пережили. Мы работаем с разными категориями людей. И одно, что я могу сказать, что творчество для любого человека – это отдушина, и это важно. Вчора пройшло відкриття вашої виставки проєкту «Єдина родина». А ось чи зможуть наші телеглядачі, звичайні миколаївці, долучитися до перегляду робіт, можливо, також приєднатися до вашого проєкту, можливо, хтось захопиться роботами і також захоче навчитися таке ж саме робити? Выставка, которая вчера открылась, она будет длиться 2 недели. И, конечно же, мы приглашаем на эту выставку и обязательно семьями, потому что на выставке представлены не только взрослых мастеров работы, а также и детей, которые на уровне со взрослыми представили свои работы. И вы будете удивлены, насколько у нас талантливые дети Николаевщины. А мне кажется, что именно на таких выставках мы и знакомимся с новыми участниками. И каждый, мне кажется, кто творит прекрасное, заслуживает на внимание и на то, чтобы его творчество все увидели. Вчора на відкритті були присутні учасники виставки, ті, хто вніс свій вклад у створення вашого проєкту. А ось чи зможуть ваші глядачі поспілкуватися з авторами робіт під час цих 2 тижнів роботи вашого проєкту? Ну, так как у нас, получается, мастера семьи из районов, конечно же, вчера на открытии были все участники. И, конечно же, вчера работали мастер-классы, именно поэтому мы и приглашали именно вчера посетить нашу выставку. Но проводится очень много мероприятий. Это не значит, что мастера, которые участвовали вчера в областном проекте, уже больше нигде не будут присутствовать. Наши мастера, наши семьи, наши дети практически во всех областных и городских мероприятиях принимают участие, и поэтому у каждого есть возможность не только посмотреть, как создаются работы, но непосредственно принять участие в создании, попробовать своими руками что-то создать. У вашій роботі тепер є досвід роботи не просто з митцями, з людьми з золотими руками, а з цілими сім'ями та династіями. Хотілося б від вас почути звернення до наших миколаївців про те, що їм варто також розпочати щось робити, самим чомусь навчатися, і що творчість дійсно об'єднує цілі родини. Да, очень важно то, чтобы
семьи как можно больше, ну, как бы сплачивались, помогали друг другу, потому что вот такие проекты, как «Едина родина», действительно, они объединяют семьи. Когда мы от своих детей, знаете, не в компьютере они сидят, не вот где-то они, в общем-то, они даже с друзьями сейчас не играют, они в основном в Фейсбуке общаются, а тут живое общение. Тут действительно, когда ты садишься со своим ребенком и что-то делаешь с папой, с мамой, с бабушкой, когда ты с ним общаешься в этот момент, когда ты до него дотрагиваешься, когда ты его обнимаешь, целуешь, наставляешь, вот это самое главное. И ребенок потом вам взаимностью ответит, и он скажет: «Мама, папа, я вас люблю». Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була куратор проєкту «Єдина родина» Валентина Кривцова.